Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки за США, Теодора Рузвельта Прогрессивиста, сетевая партия на восьмерых, где каждый сам за себя. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку, и всем вам приятного продолжения просмотра. Я сейчас ворую. Просто это копейщика убьют. Или сам копейщик этого убьет. Не знаю, что они сделают. Нет, они, блин, меня обстреливают. Хоть ты Акаду войну объявляй. Блин, там самураи. Ладно, оплыву, наверное, скаутом. Или мы просто постоим, господи. А, стоп, я вот этим могу убрать. Тогда этим давайте сюда пойдем, тоже лес уберу. Дима, всадники. Да, что-то волна. Не особо. Так, ну теперь можно пойти рыбу, наверное, обрабатывать. Или еще камень обработаем. Ладно, давайте еще камень. Тут сколько зарядов? 4. Наверное, камень потом вырубим здесь под священку. Ну, зато можно будет не убирать этот тропический лес, да? Хотя я бы, конечно, лучше убрал тропический лес и геликарнас там построил. Если бы его не угнали уже к этому моменту. Блин, а вот тут бы рабочего купить жемчуг. Сколько строится? Давайте, наверное, построим строителя. Так, 8 ходов. 6 ходов до исчезновения науки. А ты вот на дом сам сидишь? Конечно. Блин, тут надо тоже рабочих делать, аквакультуру фигачить. Я удивлен. Ну, Акад, ну чем ты занимаешься? Отвали. Да у меня место просто жесть тут. Осуждаю нуби за сотку. Ну. Спущусь сюда. Ты больше судостроение открыл, до этого я не мог. Так, вырубаем. Так, вырубаем. Так, ну тут супер кампус. И за счет того, что мы построили... А, и у нас 10 жителей. Все. Госслужба открыта. Канадец предложение. Дед, ты там... Какой хочешь, сам кидай, я не знаю, какой тебе. А, знаете, я, наверное, тогда в Новый Орлеан пущу, чтобы дороги были, потому что вот это мне не интересно. Я, скорее, вот эти первые караваны больше не на то, чтобы отъедать. А через 6 ходов союза тяни. Че так быстро? Да мало одной культуры. Так... Тут все понятно приблизительно. Не, ну я должен выйти в... Вот сейчас еще правительственная площадь, да? Должен выйти в героический. Служба дипломатическая, госслужба. Что мы тут дальше? Монархия, два рынка.
Так, торговую отложим. За разграбление гигантских голов дадут веру, наверное. Иди, Вер. Ты можешь посмотреть, что там дает. Где тут хочу города еще вообще ставить? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Помочь деду Бородеду, конечно, надо. Не надо. У меня тут бури, ураганы. В смысле, не надо? В смысле, надо? 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 Я услышал, не надо. Я услышал, что не надо. Надо, надо, то что я говорю, бури, ураганы у меня. У меня тоже бури, ураганы летели, песчаные, снежные бури. Но я не смог предложить. За Америку можно попробовать дипломатически победить. Тем более, видите, кризисы дают. Надо посмотреть, что там. Просто какого-то района заделал, а кому-то ничего. Какие еще построить эти чудеса для этого? Четыре, три. Так, а кампус? 2-2. Всем показался этот смех подозрительным, да? Да, я пророс, что-то случилось. Ну, я бы тут, наверное, священку ставил за Новый Орлеан. Чтобы ничего и не вырубать. А сюда тогда, получается, кампус будем. Но кампус только на плюс 2. Ладно, я бы со священки начинал и купил бы клетку. Не буду тут ничего делать. Я вот думаю, что надо бы заповедник. Вот здесь. Пока нету этих. Стоунхендж. Да не, не надо. Нету жителей, чтобы заповедник ставить. Пойдем вот сюда ферму построим. Ждем следующим ходом, чтобы меня кат не захватил. О, а вон где города Перса-то. Так, а постройте две каравеллы, если я две штуки, а просто тоже считаться будет, не? Я догадываюсь. Так, Гонконг встретили. Ну, пока не особо интересно. Причем, кстати, тоже из варварского клана создался. Город. Так. Магнус или Рейна? Ну, я тут сейчас вырублю сам по себе. Просто смотрю, надо ли мне где-то что-то еще вырубать. А Рейна, соседство, ну тут маленькое. Можно вот сюда Рейну, чтобы клетки быстрее добавлялись. Давайте, наверное. Так, а тут зал для приемов надо. Сначала.
Даже библиотеку не особо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Счастье, ничего, я сейчас обработаю два жемчуга. Торгану с кем-нибудь вообще, с кем? Есть вообще с кем торговать? Ух, скоро караванчики пойдут, да? О, нефрит есть. И у Канады. С Канады я, по-моему, на серебро торгую. Хотя жемчуг даже сразу смогу промышленное производство сделать. Она захватывает весь мир, а потом не успевает. Осуждаю. Канадец, ты про своего скаута не забыл? А, он мне нужен. Не нужно? Расформировывай тогда. Его роль уже закончилась. Ну, убери тогда свои территории, а то он мешается. Мне на дороге еще встал так. Да, ну я точно уже в золотом, в героическом. Еще 4 хода. Тут вон район, там район, нормально. Так, не хватает еще 2 жителей. Подождем, амбар построим. Ну, священку надо тоже делать. Индустриализацию. Нормально. Пошли-ка в каравеллы вообще-то. Я бы сделал 2 каравеллы. Так, а гильдии пока отложим. Так, что тут у нас по престижу? Ну, не особо тут много клеток для обработки престижем. Канадец, ты отказался от сделки? Нет, я не видел сделку. Нет, канадец, я отказался. А, все, я уже в золотом веке. Кто так бы канал осуждал? Так, ну нету смысла плыть, давайте подождем, когда апнемся в галеры. Каравелла 8 улов. Венецианку. Извините, а венецианку кто построил? Построили. Какую венецианку? Венецианка? Венецианка? А, хотя никто и не строил. Только что написано, у меня был построен венецианский арсенал. Ну там кумаси есть, можно запретить культурные. Давайте запретим. Либо научные. Там вроде дорога есть. Я за кумаси, да. Ну, в смысле, запретить. За культуру. Может, инженер под банем, я что-то смотрю, там уже и культуру с мастерских позабирали. Ну так если уже все позабирали, что банить? Еще не забрали. Но... Я бы ученых вот, банил. Если чего, у нас больше всех у ацтека копает, так что. Чего у ацтека? А, ну ладно, ты уже все чудеса забрал. Так а венецианку кто построил? Вы что-то так и не сказали. Я не увидел. Ты же не увидел. Ну молодцы. Потому что построил кто-то не встреченный мной. Ты походу Нидерланд. Ну, у тебя Колизей, я смотрю, Галикарнас. Да, Колизей.
Ну тогда можно промышленную зону уже сюда не ставить. Понятно. Удваивают писателей. Кто туда? Угу. Дед. Нормально, нормально, дед вкинул. Ты это промазал или так и задумано? Чего вы там по одному голосу кидали? У меня ноль влияния, если что. Сейчас троечку сделаем. Я забираю гранату. Готова через ход. Я просто еще одну поставлю. Все. Так. Граната. Священка. У меня проблема со счастьем. То есть надо будет какой-то развлекательный ставить еще. Зачем? Не знаю, где друг. Где союз? А этот стадик. Ну, Колизей угнали? Где он вообще тут? Или он не в научном? Подожди, где Колизей? А что это может дамбу? Пойдем мне этот ломать. Да, что такое, Коли? Игры и развлечения, наверное. Да. Колизей открыт. Смотрим, построен ли. Я удивлюсь, кстати, если он не построен, да. Для Колизея уже поздновато. Прям все, эта торговля не закончилась. Закончилась. Канада предложение. А чё у Амера просто там, кстати? 50-49. Ну, а то есть 0 для лучше. Этот... Имба. Не контр. Надо вроде осуждать за 120. Не надо как раз. То есть у нас лидер дед, что ли? Нет, Нубия. Нубия? Да, у него миллиард науки. 120 науки. Это тот, который предлагал закончить играть, потому что в Атине 9 городов, да? Нет, это я предлагал. А ты за кого? За Англию. Что-то мне какое-то дежавю. Я за Америку, ты за Англию опять. Все то же самое. Ну, у меня теперь другая Англия. Только монголов не хватает. Но только у американца нет чая. Это я не пойму, это вроде за следующих, вот как прям цело. Канадец, а ты решил со мной не обсуждать этот город, да? Ладно, через ход, так через ход. Я кинул предложение. А, это союз. Хотя не... А. Так, давайте я тут постою на всякий случай. Ты берешь, нет, ты принимаешь? Не видно. Только прогрузилось. Так. Строитель гавань. А ты решил все забирать это все себе? Ну, я посмотрю, ждем. Ну, а что, оно рядом с моими городами. Ты думаешь... Ну, у тебя сын Джон будет тяжело удерживать по лояльности, посмотрим. Англия, давай или что-нибудь другое. Кидай. А, у тебя осталось только культурное. Нет, это у тебя осталось только культурное. Я только научный заключил. Не, научный у меня не надо, да. Ну, у меня просто один. Так, наверное, надо возвращаться.
получается, кинул своего лучшего торгового партнера? Да, я думаю, нам сейчас с тобой. Ну да, как-то. Слушай, ну красиво тут у деда. Ага, уже не можешь. На секунду пораньше. Дед, очень красивые промышленные зоны. 20 и 16, как вам? Имба. Красиво. Что туда напихал, что у тебя такие цифры? Ну там дам... Две дамбы, два кюбика. Вкусно. А никто не помнит, сколько повышения вы поречили? Десятки. А, сколько? Повышение ж не лечит ничего. Не лечит. Уже. Повышение, значит, можно еще разок стукнуться. Так, ну у меня место еще на два города. Все-таки. И их, видимо, надо сделать. Эй, могу забирать гранату? Да, да, я говорю, спасибо большое тебе. Давайте, наверное, гильдии все-таки откроем. Два храма я сделаю, два рынка я пока не вижу, где я могу сделать. Еще вот тут у меня на три города. Так, вот тут я хочу заповедник, да? Может, мне в Филадельфии заповедник? Поставить. Он же будет влиять на эти же клетки. Это интересно. Я подумаю. Так, в Вашингтоне. Давайте пока строителя. Торговца я бы купил. Эти города канадцы пооткрывать бы. Так, из Чикаго в Монреаль на 14. Хочу видеть, Витсайку точно построили? Или это было? Да, ну блин, посмотри. У тебя доступна Венецианка? Какое она находится вообще? Массовое производство. Там где верфи. Хрена себе. Он как втихаря сидит, не признается. Интересно. Жулик? Нифига ты. Ты нормальный, че за шары? Кумис. Сколько там клетка? Да нормально, там 10 еды клетка. 10 еды. Ты где? И там еще одна такая же. Так, ну я бы тогда здесь не ставил шахту. Вот это интересно сейчас. Потому что это уберет здесь престиж. Давайте просто тогда постоим, подождем. О, есть монументальность, так зашибись. Так, монументальность, реформа денежного обращения. На других континентах бессмысленно, значит, исход евангелистов. Отлично, слушайте. Так я просто покупаю сейчас три поселенца здесь. У меня даже уже вера набита. Кайф. Так, я тут так и не понял, кого мне. Давайте я, наверное, Мокшу назначу в Новый Орлеан. Или в Чикаго. Давайте в Чикаго, в Чикаго. Так, тут на деньги. Что-то культурнее. Бля, пойдем. Как-то надо открыть. Так, здесь ставим на ап. Потому что я буду апать каравеллы. У тебя культурно с кем-то заключен. Соседство.
Ну, держи свои. Не, наверное, пока нет. Оставлю два заряда для рабочих. Эти города еще персы открывать. Так, а если я кораблик отправлю в Бермудский треугольник, он случайно может в каком-нибудь озере или внутреннем море оказаться? Рандомное место. Да, вообще рандомное место. Понял. Ну, вообще-то только в океане он может тебя закинуть. В озеро он не закидывает. Океан, не значит, что там не будет этого. Ну, это может быть внутренний океан. Ну, я ни в какую ГГшку не хочу Амани, например, да? То есть нету смысла. Давайте Магнуса, наверное, в Новый Орлеан, возможно, тут что-то повырубаем в итоге. Пока тут одну клетку вырубим, вот я вижу, вот лес есть, вот лес, например. А гильдии я хочу. Особенно весело распамятиться на море, у тебя рядом Бермудский треугольник, прыгать в него и переместиться на внутреннее море в тундре, которое под фигарой. Под этих, под, как их зовут-то? Под варваров. Ага. Еще мне бы промышленные зоны уже строить. Так, это что дает? 25% веры. Ну, у меня тут как бы без вариантов особо. Тут как раз, скорее всего, священного места-то и не будет в этом городе. Так, давайте размышлять. Ну, я бы тут точно ставил... Тут, а тут, видите, у нас лояльность от перса валит. А, в Пасаргады 33. Вау. Ну да, столица, поехали. Подожду прибытие Магнуса. Так, этого посела давайте сюда. Значит, у меня все-таки два только города я поставлю. Ну и достаточно. Хотя, слушайте, я могу... Раз, два, три. Тут минус... Нет, минус 12 могу лучше сюда ставить. Мог, я думал, на кампус, на хлопок, и тогда сюда влезет, но не. Ладно, так, достаточно. Третья карточка на водных юнитов дается. До промышленной эры? Или до нового времени? До нового времени. Ну, я бы сюда ставил город. Так, АПМ... 90, наверное, сначала вот эту галеру апну. Видимо, это эта карточка куда-то апается. А... Канадец. О, привет. А ты знал, что тебе Ацтек собирается войну объявить? То, я что он меня осудил, это да, но то, что он придет разведчиком, покрадет строителей. Нет, ну ты понимаешь, что тебе, когда тебя осуждают, то через 5 ходов тебе войну объявляют. У него армии может... вообще нету. Он сюда пришел так посмотреть. Он, видимо, заранее его судил. Просто на будущее. Он канадцу только через меня может. Я же сказал, осуждаю. А, так вот что это было за осуждаю. Мне просто нравится, люди сидят, молчат, там, чувака Ацтек забирает, я узнал, когда на следующий ход его просто Ацтек забрал. Канадца осудили, тоже молчит.
Так, ну торговую республику... Вообще можно уже поставить? Потом открою теократию, поставлю теократию. Сначала дипломатическую службу, потом теократию. Сменим, значит, торговая республика на несколько ходов. Скидка на улучшение юнитов уже нафиг надо. Я бы вассалов поставил. Какие у тебя заповедники офигенные. Какие заповедники? Мне селитр это не мешает. Да, по-моему, нормально. В самый раз. Так, где селитр должен брать, если мне заповедники эти мешают? Блин. А чё ж мне тут... Давайте караван. Что заповедники? А если бы там был бы нацпарк, а там то единственный уран? Давайте на кампус. Не знаю, ну соседство... Бессмысленно, у меня крутые караваны и так бегают. Я бы, наверное, губернаторы с двумя и более повышениями. Это Лян и Пенгала. Так, тут часовня великого магистра. Маяк, храм. Храм ступу куплю. Так, а там что, Диму душит серьезно, или это так чисто поприкалываться? Ну, он сказал, что там нету армии. Один разведчик пришел. Это, наверное, кампус. Промышленную зону я все-таки сюда поставлю потом. Надо как-то науку уже поднимать. О, Таруга есть. Ну, пока никуда мы не отправляем. Ждем прибытия Магнуса. Знаете, я тебе говорил, Сен-Джон отваливаться будет. Сейчас я монолит построю, губернатора пересажу. Наланда еще есть. Наланда, кстати... О, я первый, кажется, Наланду встретил. Нет, Дима. Черт. Так, мы тут ждем Филадельфии гавань постройки. Потом мы в гавань, наверное, все будем покупать. Тут я вырублю потом лес. Но это к Вашингтону, наверное, пока относится, да. Я просто тут... Два заряда. Может здесь ферму сделать, хотя тут тоже вон есть рабочий с двумя зарядами. Ой, блядь, вот это, конечно, повезло. Не ругайся. Да тут как, просто посмотри, что там. Ты про уголь? Да. Да, деду повезло. Я так и знал, что так это произойдет. Как? Расскажи нам, что ты? Открой великих людей. Спасибо. Нам не увидим. А, еще и это туда же, да? Мгновенно предоставляет броненосец. Вот это мне надо. Пойду тиранить кого-нибудь. Так, послов все еще, наверное, никуда. Ни одной священки нету и ни одного торгового не встретил. Вот куда бы мне точно надо. Так, ступу мы купим 190, это следующим ходом. Не понял, где ты меня пойдешь тиранить? Так, мне надо 7. Отдать пока амбар. Мне надо 7 жителей, чтобы кампус построить. Так, аки-то есть?
Вроде нет. Так, надо покупать эти клеточки. В Цинциннати нужно рабочих покупать и это все обрабатывать. Что? Господи, Цинциннати даже без Геликарнаса. Слышишь? Хорош. Расскажу, где Махенджидор. Что она дает? Жилье везде, как на реках. Разве? Да. Махенджидор дает жилье везде, как на реках. А, ну ладно, ошибся. Думал, это Нанмадол. Или кто там дает этот? Нанмадол, да. Может, пока эту поставить? Я, по-моему, да, там строю где-то гавань в Филадельфии. Смотри, загугли. Так, жду, когда Магнус вернется. Прибудет, еще не вернется. Он еще ни разу не был в этом городе. Так, Новый Орлеан. Тоже на рост переключаем, ступу покупаем. Брат, ну аж у меня так районов мало, караваны дешевые ходят. Да, краситель это вера. Блин, я бы, наверное, дамбу. Но хотя... Да во все, у тебя... А, ну давайте торговца пока. Так, покупаем рабочих в Цинциннати за веру. А, подождите, так что я... Зачем я тут? Давайте шпиона. Я торговца могу купить за веру. У меня веры нормально капает. Ну, накопится чуть позже. А шпиона-то строить надо. Так, по городам пройдемся. Рост... Деньги тут все верно стоит. Еда, производство. Тут еда. Ну, правда, у Цинциннати, собственно, и выбора нету, какие клетки обрабатывать. Он просто самые лучшие обрабатывает постоянно. Предложение Англии. Встретились. Канадец. Стрелка-разведчика своего подвинь. Армаду формирует. Ну, он мне пока будет этим скаутом. Вот так вот. Мы, значит, с тобой воюем, получается. С кем воюете? Не знаю, Алексей решил моего разведа убить. Ну ты решил моего дружочка-пирожочка грабить? Я ему предложил право прохода. В чем проблема у меня была? Я не хотел, чтобы ты приходил здесь, смотрю. Ну, как бы минус два рабочего, они того стоят? Ну, у меня веры много, я за веры их купил. Ну, хорошо. Обсуждаю вармы гаратини. Видимо, стоили.
тем более он никого не убьет. Может? Нет. Так он этим постоянно занимает. Так, опять пройдемся. О, еще и Нидерланды. А, я всех встретил. Дарвилл, ты построил венецианку? Ты не построил венецианку. А кто ты? Да я ее построил. Мне кажется, ты... Ацтек, видишь, построил? А, ну вот, блядь. Подлет. Осуждаю ацтека. Блин, у него тут еще этот... Чисто железо, каменоломня, рудник. Кайфы, кайфы. Блин, 16 городов. Охренеть. Так, надо что-то уже... Кампуса. Он, как-то смерть, делать. Еще вниз сидит. У него еще 4 города точно станет. Это что ли граница ацтек, или это чьи-то границы? Так. Кого-то из них... Надо ли мне их кого-то повышать? Мне кажется, нет. Я имею в виду губеров. Можно уже не залучивать. Кстати, могу еще здесь. Так, это к кому относится? К Вашингтону или к Бостону? Может, Бостону отдать эту клетку? Что-то у него брать? Я могу здесь рудник спокойно ставить, и это не повлияет на... на престиж. Так, маяк я бы здесь купил. Значит, делаем так. Передаем эту клетку Филадельфии. Заповедник я уже могу ставить, да? Значит, вырубаем. Заповедник. А маяк покупаем. 240, окей. Валентин, склеим эту центральную клетку между заповедниками. 35 к персу. Так, из Нью-Йорка, из Бостона. Клетка 7000, из Нового Орлеана. Хорошо устроил. Торговца покупаем. Да, сейчас надо промышленную зону будет делать. Наверное, Виктора в Бостон посажу пока, просто чтобы счастье и жилье было. Сделка, Дима. Хотя вот тут плюс 3, ну блин, жалко соседство, не, ладно, просто давайте на плюс 2. Кстати, я не поставил, наверное, вместо строителей 2 заряда получают, надо поставить. Чё, у меня какие-то звуки разрушения, вот это вот все. Кто там что грабит? Вармонгер. Так, это Англия. Ты ж хотел вроде Лавенту снести. В итоге сносит Москват. Лавенту снес уже. Нет, ты сказал, что ты ее снесешь, а не оставишь. Не, ну, в смысле, я ее подхватывать собирался.
Нет, ты говорил, что ее снесешь. Разрушишь. Разрушишь, снесешь. Тебя конкретно о Тине, я еще помню, переспрашивал, ты сказал, да? Зачем она? Обманул? Так ты в руль, да? Как выразить? Боже, с кем играть приходится? Один врет, другой всех убивает, да? Третий самый умный. Это, конечно, самое противное. Не знаю, я маскат пришел чисто пограбить. По большей части. Я сначала куплю маяк. Чтобы клетки я сейчас не покупал, а маяк потом. Маяк случайно купил. Дальше караван. Доступные пути из Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Сент-Луиса, Лос-Анджелеса. Давайте из из Сент-Луиса. Давайте из Сент-Луиса куплю. Караванчик. Что поисследую пока здесь. Леш. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра, а спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Еще раз большое спасибо за поддержку. Играйте в умные игры и слава Украине! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.